хотела мать за 20 лет. Раздеться, нет или нет. Но она продолжает ждать, потому что Вера, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село мальчиков без усов не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в трем, и стар, и мал, кто познал эту войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся материнский крик. Алексей! Алешенька! Сынок! Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его собой. Но сквозь все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей! Кричали земляки. Алексей! Просили, да беги! Как сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Дома все и чудилось кино. Все ждала. Вот-вот сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны. Никто не забыл!